Привет, ребята, это исследователь. Хочу показать, как в двойной рекавери загрузчик заходить. Если стоит двойной рекавери, здесь стоит ТВРП и ЦВМ. ЦВМ здесь старый стоит, который мне не нравится, по сути смысла в нем нету, но прикольно, увидел, что два загрузчика. На Sony телефоне этом Sony ST21i2 типа Dual на нем есть светодиод, по нему нужно ориентироваться. Я сначала не понял. Вот питание нажимаем и громкость вверх-вниз. Как я понял, без разницы куда нажимать, главное нажимать, когда загорится светодиод. Вот сюда смотрите. Держим крепко, чтобы нажимать. Тяжело кнопки нажимаются. Утоплены они сильно. Включаем. Так. Так, он дернулся. Загорелся красный. Один раз я нажал. Все, я зашел в ТВРП. Здесь 24-30 версия. Куча настроечек. Даже проводник есть. Все круто. И работает с сенсорного. Выключаем. Выключалка есть. Теперь опять включаем. Дернулся светодиод. Первый пропускаем красный. Желтый. Нажал. Один раз. Все. Загрузился CVM 6027. Он уступает, по-моему. ТВРП. Здесь видите, нет настроек. Не выключить ничего. Вот такая вот двойная загрузка. Здесь выбираем громкостью движения. Меняем пункты. Enter у нас питание. Ну, на этом все. Загрузчик независимый для того, чтобы делать резервные копии, чтобы устанавливать всякие нужные себе программки. Нормальная вещь, вполне необходимая. Двойной загрузчик. Ну, тоже прикольная штука. Хотя на самом деле мне пока что и одного бы хватило. Здесь я бы оставил ТВРП. Всем пока, ребята. Подписывайтесь.